С вами Ванёк, и сегодня мы будем вот как там фейерверк, ну, взрывать машину фейерверками, чтобы она взлетела вообще. Ну, я сейчас буду обкладывать полностью ее фейерверками, ну, машину, то есть, и как сказать. Ну, я буду как перемотаю это все, чтобы вам не надо было ждать, и сделаю. Так, поехали. Под аккорды дождя ищи счастливый конец, ищи счастливый конец, и, конечно, тебя. Я к тебе приходил и в морозы и зной, я тебе говорил. Я тебе говорил о любви неземной, что ты очень нежна, и на все я... Ну, вроде бы я закончил, и сейчас будем поджигать супер зажигалкой. Так, сначала зажгем ее. Так, и поехали. Надо сваливать поскорее. Блин. Практически. Не получилось. У нас есть вторая попытка. Так. Как бы тут сделать? Давайте попробуем сначала рукой. О, взорвалось. Ну, с машины, как мы видим, ничего не произошло. Целенькая и невредименькая. Хм, попробуем по-другому сейчас сделать. Ну, давайте что-нибудь дом взорвем, например. Так. Сейчас мы зайдем в домик. Ну и опробуем, кстати, вот эту пикалку. Так. Сейчас мы принесем фейерверки эти и попробуем взорвать дом. Ну, опробуем сигнализацию эту. Как раз и будем курить, ну, в кровати. Заснем вот так. Посмотрим, что будет с нашим домом. Так. Я, честно говоря, не считаю, сколько там, но я думаю, что много должно быть. Так, если... Вот еще я вам кое-что скажу. Если кто не знает, в машине есть козырек. Ну, чтобы от солнца там... Сейчас я вам покажу его. Блин, тут проседает FPS, ё-моё, 10 FPS у меня, капец. Тем более, ну, когда я снимаю видео, ну, дверь погнулась, мы видим. Смотрите, хопа, ну, и также с этой. Ладно. Пошлите взрывать. Так. Блин, да чё ж она так лагает-то, не пойму. Новая версия вроде, тут должно быть много FPS. А мы сейчас кое-что... сделаем. Честно, я не знаю, это сработает или нет. Ладно, не важно, пускай. Все, сейчас проверим.
Задний ход. Пошла. Йоу. Капец. Все. Домик наш загорелся. А чё это не пикает? А? Походу, я хана уже. Включаем кран с водой. Валим из дома. О, теперь сработало. Но уже поздно. Что-то пикает. Ух ты, ёлы. Только что отвернулся, уже коридор сгорел. Мы можем видеть, как уже ползут эти черные фигулинки. Так. Смотрите, я поменял плакат. Этот плакат. И вот этот. Геймшоу. Ладно, с вами был Ванёк. Всем пока.